Дорогой Леонид Васильевич, разрешите от всех ваших друзей, от себя лично, от Культурного центра «Солдаты России», от ваших сослуживцев поздравить вас с 65-й годовщиной вашего рождения, пожелать самое главное крепкого здоровья, ну и все остальное, я думаю, мы сделаем, сможем, победим, все будет хорошо. Вы как-то говорили, что жизнь, она штука полосатая. Ну, черная полоса обязательно сменится белой. Еще раз поздравляем вас от всей души. И вот наш небольшой скромный подарок. Мы встретились не на параде, а в горной суровой дали. И долго военного ради нас судьбы в Афгане свели. Крестили нас мины и пули, Гордес навсегда породнил. И тех, что навеки уснули, никто из нас не позабыл. Душа в 65 не постарела, и в плен ее невзгоды не захватят. Вы для меня всегда второй Маргелов, Хабаров мой второй десантный батя. Вы для меня всегда второй Маргелов, Хабаров мой второй десантный батя. Летели стремительно годы, и вот среди уральских камней афганец десантной породы вновь встретился в жизни моей. И в самое трудное время он армии не изменил. На плечи тяжелое бремя учебы курсантов взвалил. Душа в 65 не постарела, и в плен ее невзгоды не захватят. Для сослуживцев вы второй Маргелов, а для курсантов их десантный батя. Для сослуживцев вы второй Маргелов, а для курсантов их десантный батя. Вы годы, ломая преграды, готовили к службе детей. И в жизни вам личной награда — два ордена двух сыновей. Вас, истинного офицера, есть людям за что уважать. Хочу, чтоб не черною мерой платила вам Родина-мать. Душа в 65 не постарела, и в плен ее невзгоды не захватят. Вы для однополчан второй Маргелов, для 56-й десантный батя. Вы для однополчан второй Маргелов, и для меня второй десантный батя.